Здрасте, накрасьте, меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я вам покажу, как сделать макияж для чемпионата по бровям. Первый этап – протираем лицо увлажняющим тоником. При выборе модели обращайте внимание на кожу. Второй этап – увлажнение. Ваша модель перед чемпионатом неделю желательно, чтобы использовала средства по уходу за бровями. На брови рекомендую нанести Lash Plex. Он очень хорошо увлажнит кожу, и окрашивание у вас будет равномерным. При тонировании использую два цвета – тройку, самый темный, и единицу, самый светлый. Начинаю с шеи и делаю такой более желтый подтон. В помещении, где проходят чемпионаты, искусственное освещение, и оно холодное. И если вы затонируете более холодный подтон, кожа будет казаться серой. Тонируем лицо. Центр – более светлый оттенок, а периферию – более темный, и обязательно заходим на ушки. Нос всегда тонируем между самой темной частью и самой светлой. Не делайте нос светлым, потому что тогда он будет в центре всей композиции. Тональный крем должен быть стойкий, потому что модели нужно с ним пробыть целый день. После того, как затонировали, обязательно хорошо увлажните губы. Берем консилер Elan номер 3 и наносим на зону под глазом. Только после того, как он подсох, начинаю растушевывать. Тогда он вам хорошо все перекроет. Теперь светлым консилером Elan единичка высветляем центральную зону, зону под губой, зону скулы и центр носа. Затем кистью, которой тонировали, растушевываем. Следующий шаг – очень хорошо все припудрить. Макияж должен быть стойкий, и лицо не должно блестеть. Под глаза еще наношу светоотражающую пудру. И далее переходим к контурингу. Очень важно, чтобы контуринг не был серым. Выбирайте что-то среднее между теплым и холодным. Обязательно прохожусь не только там, где скула, но и там, где нижняя челюсть и шея, чтобы полностью вся зона, на которую будут смотреть судьи, она была гармоничной. Следующий этап – наносим немного румян. Хайлайтер только на зону скулы. Наносим базу под тени полностью на все веко. Наносим базовую кремовую тень. Также полностью на все подвижное и неподвижное веко. Высветляем внутренний угол глаза просто бежевыми тенями и даем легкий свет под бровью. И дальше беру бежевую тень и просто покрываю все веко одной тенью. И этой же тенью прохожусь под нижним ресничным краем. Прокрашиваем ресницы, натуральным карандашом прорабатываем форму губ. И потом покрываем просто красивым прозрачным блеском. И последний этап – очищаем брови и подготавливаем их к окрашиванию. И обязательно хорошо смываю водой. Именно так ваша модель выходит на конкурсное поле. Желаю всем победы! Надеюсь, видео для вас было полезным. И я вас жду 16-17 июня на самом масштабном бьюти-шоу UBS. До встречи!